Компания «Энергосфера» представляет трансформатор ТПЛ-10М. Это проходной измерительный трансформатор тока, предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений, пригодных для измерений. Устанавливается в комплектных распределительных устройствах на номинальное напряжение 10 кВ. Технические характеристики трансформатора ТПЛ-10М. Номинальное напряжение. Номинальный первичный ток. Номинальный вторичный ток. Класс точности. Номинальная вторичная нагрузка. Масса. Трансформатор имеет вид опорной конструкции. Содержит магнитопровод, первичную и вторичные обмотки. Каждая из вторичных обмоток расположена на своем магнитопроводе. Компаунд обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и атмосферного воздействия. В основании трансформатора имеется 4 отверстия для крепления на месте установки. Купить трансформатор можно, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.